Друзья, всем привет! С вами канал о стендовом моделизме, схема сборки. Как вы знаете, мы собираем модели Формулы 1. И сегодня я хочу начать новую серию. Вновь это компания Эбро. И на сей раз обратимся к их Макларенам. Опять же, как многие из вас знают, эти модели появились на рынке, на российском, благодаря магазину «Я моделист». Но у многих встает вопрос, а какую же модель приобрести? То ли брать уже Макларен 16 года, MP4 на 31, либо какой-то из трех Макларенов, которые были выпущены в 2015 году. Думаю, лишним будет вам напоминать, что это практически единственные болиды Turbo R, которые выпущены в бюджетном варианте. Мы не берем сейчас в расчет студию 27, которая выпускает и выпускает Мерседесы в самых различных вариациях, но их стоимость зашкаливает за 10 тысяч рублей, это довольно дорого. Плюс к тому надо уметь работать с металлом, смолой и так далее. Эбро предоставляет нам недорогие и относительно несложные киты, в принципе, которые по зубам даже начинающим моделистам. Поэтому я и решил провести сравнительный анализ. Как вы помните, год назад я собирал McLaren MP4 на 30, середина сезона, middle сезон. Это был длинноносый черный болид Фернандо Алонсо. На сей раз у меня в распоряжении McLaren раннего сезона 2015 и McLaren Гран-при Японии, также 2015, уже с коротким носом. Где-то в комментариях я читал, что хотели бы увидеть сравнение этих китов, потому что многие говорят о том, что Эбро хитрецы и решили сделать один кит и продавать его как три. Здесь палка о двух концах, ребят. Во-первых, с одной стороны, да. Продается все это как разные киты, хотя могло бы лежать в одном наборе, и уже человек сам бы выбирал для себя, что ему собрать. Но тут не все так просто. Во-первых, резина. Во-вторых, отличие между коротконосой версией и длинноносой все-таки имеется. А плюс к тому, литничок с декалями бы сильно вырос, и неизбежно модель эта стоила бы намного дороже. Сейчас цены более чем демократичные. MP4 на 31 стоит порядка 2700 рублей. Это очень недорого за современный качественный болид. Правда, без двигателя. Ну и решился я вот так вот сделать параллельную сборочку, чтобы вы сами смогли увидеть и для себя решить, какой кит выбрать вам для сборки, какой приобрести и какой собирать. Потому что это второй конец палки, если хотите. У вас есть выбор. Вам не просто дают один кит, который собрали, и все, больше у вас модели нет. Во-первых, фанаты Макларена могут собрать там чуть ли не полный состав во всех видоизменениях. Во-вторых, человек сам может выбрать, какая модель ему больше по вкусу, длинноносая или коротконосая. Я вам покажу их поближе, соберу, и вы все увидите. Если кто-то не смотрел сборку предыдущего Макларена MP4 на 30 с длинным носом, то полазьте на канале «Схема сборки», там в отдельном плейлисте все это есть. В общем-то, эксперименты, я так их люблю. Сегодня давайте просто проанализируем, чем отличается содержимое одной коробочки от другой. У нас в распоряжении две, но я думаю, что появится у нас со временем и MP4 на 31. Его мы уже будем собирать отдельно, я как бы... Нет, о своих планах лучше никому не рассказывать. По крайней мере, о перспективных. Ближайшие планы – открыть две эти коробки и показать вам, что же находится внутри. Давайте этим и займемся. Прошу вас к столу, господа моделисты. Дорогие коллеги-моделисты всех направлений и стилей, а также подписчики канала «Схема сборки». Теперь у вас есть возможность поддержать мое творчество, заказав футболки или сувениры с логотипом «Схемы сборки» или специальную одежду, которая однозначно будет говорить о том, что ваше хобби – моделизм. Магазин «Атрибутики» создан на профессиональной платформе. У вас есть возможность выбрать любые цвета и размеры. Доставка осуществляется по всей стране и к близлежащим соседям. Качество, как говорится, гарантировано. Ссылка на интернет-магазин находится в описании под этим видео. Итак, давайте взглянем поближе на все это великолепие. Откроем оба кита. Здесь нам будет довольно удобно, потому что на машине, давайте условно я буду называть машина Баттона и машина Алонсо, да?
чтобы мы с вами не путались, чтобы каждый раз не говорить Early сезон, там, Japan GP и прочие обозначения, Button, Alonso. Удобно будет, потому что они уже разделены по цвету. У Alonso все детали черные, у Button детали аппликателя имеют сероватый оттенок, собственно говоря, потому что сама машина двухцветная, как мы помним. Серый цвет, старый, соединяется уже с новым черным металликом, который со временем и стал визитной карточкой этой команды. Но мы с вами ждем, что в 2017 году, скорее всего, раскраска Макларена изменится. Они там как-то намекают на это неоднозначно, но посмотрим. Теперь же давайте посмотрим на то, насколько эти киты однообразны, либо разнообразны. Носовая часть. Сейчас все внимание вот на вот эту вот пунктирную линию, потому что задницу я положу абсолютно ровно друг к другу. Вот. Как вы видите, разница составляет 1.5 сантиметра в длине. Именно вот эта разница и делает модель раннего сезона и среднего настолько длинной. Она действительно огромная, ребят. Я не помню, показывал вам или нет, у меня есть Renault от Heller 18 масштаба. Она практически такая же по длине, как McLaren в 20 масштабе. И примерно сантиметра на 3 длиннее, чем McLaren, скажем, 92 года MP4/7. Но не будем долго рассуждать, давайте сегодня говорить конкретно. А именно о том, есть ли какая-то разница, либо же ее нет абсолютно. А я вам сразу скажу, разница есть. Начнем сзади. Здесь стандартные крепления горловины верхнего воздухозаборника, горловины заправочных устройств, само крепление верхнего воздухозаборника. По нише для монокока, в принципе, все абсолютно одинаковое. Единственная разница, которую мы находим, это крылышки. Вот здесь на машине Button они есть, на Alonso их уже нет. Буду показывать близко. Вместо крылышек, вот мы видим крылышки, а здесь вместо крылышек находится некая ниша для вклейки. Я сначала решил, что это зеркала, но нет. Вот зеркала есть чуть выше отверстия, здесь же будет крепиться какой-то аэродинамический элемент. То есть мы находим уже на середине детали разницу. Дальше смотрите внимательно на элемент, где мы будем вклеивать с вами лючок. Лючок S-образного воздухозаборника. Как видите, здесь абсолютно все гладко. А вот на машине Alonso, на более поздней версии, уже присутствует расшивка с некими клепками потайными. Выглядит более детализированно. Но, собственно говоря, скорее всего, так и было на реальных машинах. Этот нос был гладким, а здесь уже были клепки. Двигаемся немного ближе к носу и тут же замечаем еще одну разницу. Здесь мы находим крепления для видеокамер. Они довольно сложные, находятся в таком неудобном месте. И так как они сильно отличались по цвету от основного корпуса, всегда возникал вопрос, как их красить или карбонить, что с ними вообще делать. На машине Гран-при Японии мы также находим крепления, но они сделаны уже сбоку. То есть сюда их вклеить будет намного проще, и в случае какой-то ошибки там не возникнет серьезных осложнений. Ну и дальше, собственно говоря, сам нос, он отличается визуально, вы сами это видите. Абсолютно одинаковая система сборки, то есть нижнюю часть к этому носу нужно будет приклеивать. Единственная разница, что здесь у нас присутствует воздухозаборник в носу, а здесь этого воздухозаборника уже не будет. Следующие литники, которые бы я взял к рассмотрению, давайте пока отложим наши носовые части, это, собственно говоря, литники уже с наполнением деталями. Расположение абсолютно одинаковое. Здесь налицо полнейшая унификация деталей, но в мелочах, что мне, собственно говоря, и безумно нравится в Эбро, в мелочах все как-то немножко по-другому. Давайте для начала просто снимем носовые части. Но здесь разница в длине тоже капитальная. А носовая часть на машине Alonso будет без воздухозаборника, с острым носиком.
Вот здесь это хорошо видно, да? Но носовая часть на болиде Баттона будет вот с таким вот воздухозаборником в середке. Он много проблем создает, зараза. Но об этом поговорим попозже, уже при сборке. А вот теперь вернемся к нашим летникам. И поехали. Я сейчас приближу, насколько это возможно. Итак, смотрите, у нас идут крепления боковых торцевых пластин дефлекторов. Они тут есть. Дальше идут внутренние пластины крепления боковых воздухозаборников, они же боковые понтоны, идентичны. Крепление верхнего воздухозаборника двигателя идентичны. Это фонарь, я так понимаю, тоже абсолютно все идентично. А вот дальше возникла у меня некая проблема. Зеркала. У зеркал изменен кронштерн крепления. Собственно говоря, то, о чем мы говорили, на машине Баттона они крепятся вот сюда в верхнюю часть, на машине Алонсо они будут крепиться уже сбоку. Поэтому здесь загнутые кронштерны, тут абсолютно ровные. Но на зеркалах машины Баттона есть некие углубления. Я не знаю, что это. Похоже на заводской брак при отливке. То есть, если он действительно брак, нам придется тут шпаклевать, выравнивать и потратить определенное время на работу с этими зеркалами. Потому что я представить себе не могу, что там можно еще в зеркала воткнуть. Нижняя часть S-образного воздухозаборника, она не совсем идентичная, друзья. А здесь у нас во внутренней части находятся отверстия для крепления деталей. С внешней части все гладко. Здесь же эти крепления выполнены сквозными. Вот они, видите, их прекрасно видно с внешней части и с внутренней они выходят. С чем это связано, будем разбираться по ходу дела. А заднее антикрыло, я так его просмотрел. О, я вспоминаю, сколько тут толкателей. У меня теперь новый инструмент будет, я вам его покажу. С ним намного проще, только мне нужно найти правильную абразивность. Заднее антикрыло абсолютно идентичное. Пока речь идет только о верхней горизонтальной его пластине. Боковая защита пилота в кокпите тоже самая, ничем не отличается. Боковые элементы заднего обтекателя, там где у нас будет находиться двигатель, мы их прокарбоним, абсолютнейшим образом идентичны. И вот теперь мы переходим к переднему антикрылу. Вот здесь я немножко был удивлен. Честно сказать, я не настолько дотошный человек, чтобы лазить и проверять там самые мельчайшие мелочи, понимаете? Особенно там считать пластины, либо количество поперечных там жабер на каждой машине. Есть такие ребята, они создают действительно с исторической точки зрения абсолютно аутентичные модели. За что им честь и хвала. Ну, я не такой. Пока, может быть, не знаю. Кстати, вот сейчас вижу, что пропустил несколько деталей. И сразу же нашел разницу. Вот здесь детали, они идентичны. Что это такое? А, это передние. На боковых понтонах находятся передние такие жаберки. Они нам будут даны в двух вариантах. Где-то на другом леднике мы найдем без этих жабер. Потому что машины Баттона и Алонсо отличались еще и между собой. Поэтому здесь на ледниках присутствуют порой разные детали. Но вот здесь, смотрите, здесь абсолютно гладко у нас. А здесь вот еще два каких-то элемента находятся. Пока что я не берусь вам сказать, что это за элементы. Но по ходу дела мы обязательно с ними разберемся. Вернемся к антикрылу. О чем я хотел вам рассказать? Что антикрылья абсолютно аутентичны. Абсолютно одинаковые и... Что тут скажешь? Я уверен, что антикрыло на Гран-при Японии 2015 года и антикрыло, использовавшееся в начале сезона у Макларена, отличалось. Причем отличаться оно могло весьма и весьма разительно. И здесь как раз таки для любителей полнейшей аутентичности не лишним будет посчитать количество поперечных пластинок, количество параллельных пластинок и так далее. Казалось бы, самое время расстроиться, но тут мы переходим к боковым дефлекторам обтекателя и обнаруживаем, что они отличаются. Вот здесь мы можем видеть, насколько изящно выполнен боковой дефлектор одной из машин, скорее всего, это Алонсо. Ну, ему же ставили все лучшее. На этом же леднике этот дефлектор выполнен абсолютно ровным. То есть, где-то мы, я имею в виду компанию Эбра, учли
разница, а где-то как бы и подзабили, видимо. Ну, не знаю, возможно, тут надо еще учитывать, что переделка каждой детали по-разному сложна. Скажем, создать антикрыло заново, это стоит в разы дороже, чем просто тут наклепать небольших срезиков. Не знаю, не берусь пока судить, ребят. Позже мы обязательно со всем этим разберемся. Переходим еще к одним интересным литникам. Собственно говоря, как в случае с передним антикрылом, то же самое происходит и с задним. У нас одинаковое, давайте вот так, чтобы не было зеркал. У нас абсолютно одинаковые и по количеству, давайте пересчитаю, 7. И по количеству всех гребенок, и по количеству жабер, прорезов и всего остального, задние торцевые пластины антикрыла. То же самое касается и горизонтальных пластин. А то, что они разные, это я вам напомню, что плоская использовалась на машине Дженсона Баттона, а зубчатая уже на болиде Фернандо Алонсо. Далее у нас то же самое происходит с крышками боковых понтонов. Вот вы можете видеть вот здесь прорезь, вот сюда эти крышки вклеиваются. То же самое у Баттона гладкие, у Алонсо они с такими воздухозаборниками, с акульими жабрами. Горловина верхнего воздухозаборника. Все это абсолютно одинаковое на всех литниках. Дальше идут различия. И различия эти принципиальны, ребят. Во-первых, антенна. То, что будет вклеиваться у нас непосредственно вот сюда на носовой обтекатель, который и без того отличается, как мы с вами выяснили, они разные. Насколько разные, вы можете сами посмотреть, посудить. Японская антенна, она намного тоньше и, как мне кажется, выполнена изящней. Ну а теперь сам обтекатель. Есть ли какая-то разница? Друзья, она есть. Если боковые понтоны выполнены абсолютно идентично, то на машине Гран-при Японии более поздней версии, помимо носа, еще довольно сильно отличался воздухозаборник. Если здесь он у нас такой продолговатый и затем идет сразу скос, то здесь линия этого скоса более пологая, а вместо этого такой небольшой акулий плавничок присутствует. Вот эта разница, наряду с разницей в носовых обтекателях, и даст нам, по сути, пусть и очень похожие друг на друга модели, но все-таки разные. Это очень важно. Ну что, посмотрим дальше литнички. Собственно говоря, остальные литники у нас представляют откровенный engine. Что же тут у нас по технике? Собственно говоря, вникать особо мы сейчас не будем, потому что это явно унифицированные литники. Но различия есть буквально в паре деталей. То, о чем я уже говорил вам, это камеры. Одни крепятся сбоку, вторые крепятся чуть-чуть сверху. В остальном же тут все абсолютно идентично. Это касается подвесок. Наиболее, может быть, интересным для общего восприятия модели может явиться, руль. Руль абсолютно одинаковый, с одинаковым количеством кнопок. И днище. Но на днище надо смотреть не сверху. Сверху оно, к слову, абсолютно такое же. А, скажем, с правильной позиции. С позиции днища снизу. А вот здесь может быть какое-то различие, но мы его не находим. Диффузоры, все находится там же. В общем, можно сказать, что это практически идентичные литники. Единственная разница только в камерах. Поэтому не будем затягивать. Кстати, как и на старых моделях, на более новой модели в камерах внизу вот такие вот карманы, которые приходится зашпаклевывать и прятать. Либо модель вообще не рассчитана на то, чтобы смотреть на нее снизу. Потому что количество, кто не помнит обзор собранного мной уже болида, количество толкателей на том же переднем крыле, оно зашкаливает. Они практически везде. Так что будем думать. Я, как всегда, не стремлюсь создать шедевр. Даже искал на eBay карбоновые специальные обклейки, но скорее всего в карбоне и с ремнями безопасности все как надо. Я сделаю уже следующую модель, она также от Эбра, McLaren
MP4/31 16 года. Возможно, там уже постараюсь. Сейчас я нашел там за 7000 эти наклейки. Я так понял, что вместе с китом откуда-то из Великобритании. Других предложений нет. Я также с удовольствием бы купил вот эти чиндоны, которые клепятся сбоку, но что-то я их не нашел. Возможно, по ходу сборки что-то добавится. Но пока что я сюда, кроме обычного карбона от хобби дизайна, ничего клеить не планирую. Но это так, творческое отступление. А следующий литник проверяем. Я ни разу еще на него не смотрел. Быстро пробегаюсь глазами и вижу, что он абсолютно идентичен. Кресла, доски, диски. Даже диски одинаковые. Воздухозаборники тормозов, имитация тормозных дисков, имитация коробки передач, подвеска, нижний элемент обтекателя. Все абсолютно одинаковое. Ну и дальше различия, которые знают все. Это резина, выбора которой у данной модели нет. То есть в наборе лежит резина одного вида, она уже прокрашена, что с одной стороны хорошо, потому что прокрашена она добротно. А с другой, это создает небольшую проблему в том плане, что у вас нет права выбрать себе резину. Потому что, как мы знаем, на Гран-при Формулы-1 пилот обязан использовать два разных типа резины. Плюс к тому еще есть квалификация и так далее. Ну вот нам предлагают на машину Баттона поставить, я не помню, честно говоря, эту, наизусть эту классификацию. По-моему, это софт, а это хард. Суперсофт у нас красный вроде бы. Ну и в 16 году появился уже ультрасофт. Так что, в принципе, скорее всего, я так и буду делать. Потому что, по большому счету, разницы нет. Какую резину впендехать, она вся одинаково красивая. Но вот для любителей прям полной исторической достоверности я же скажу, что это будет проблемой. Потому что им наверняка захочется поставить суперсофт на машину Алонсо и так далее. А по декалькам. По декалям, естественно, разница есть, потому что раскраска у болида поменялась. Ой, что-то тут... Тут не то, что разница, тут разница в производителе. Потому что два эти листа, да, вам даже на камере, да, видно, насколько они отличаются. И вот этот, на первый взгляд, намного круче. Хотя карбон лучше выглядит здесь. Не знаю, ребят, ничего не могу сказать. Обычно, если используют какую-то особую фирму, картограф, например, вот здесь обязательно пишут на самой декали. Здесь у нас никаких обозначений нет. Здесь просто листик с декалью, здесь пластик Kit Ebra. Ну и по самим надписям, что можно сказать? Стандартный набор партнеров команды. Без алкогольного спонсора компании Чандон, которого нужно докупать отдельно, если это вам очень уж нужно. Но опять же скажу, что некорректно сравнивать два этих листа, потому что раскраска поменялась. Если уж сравнивать декали, то скорее надо с середины сезона. Там машину я уже эту собрал и подарил. Ремни отличаются, вот все, что я вижу. И белые будут выглядеть круче, конечно, на сидении, ну, в моем случае, потому что я их буду использовать продекаленные. Ну, я вам предлагаю быть до конца дотошными. Давайте сравним еще и инструкции по сборке. Ну, здесь стандартное описание литников. Для тех, кто не в курсе, скажу, что вот эти серые квадратики — это те детали, которые заменяемы. То есть одни из них используются на машине Баттона. Если вы строите машину Алонсо, то просто все, что сделано серым, снимаете и убираете с литника сразу. Дальше, естественно, у нас будет разница в продекаливании и в окраске. Что касается серого цвета, нам рекомендуют TS17 Gloss Aluminium. Ну, не знаю, с серым цветом всегда такие проблемы. Ну, а TS40 общий Metallic Black идет на обе модели. Ну и дальше вот я начинаю смотреть. Все пошло абсолютно одинаково. Поменяли ли они картинки на короткие носы? Сейчас тоже посмотрим. Ну да, абсолютно одинаковые. Одинаковая, скажем так, последовательность сборки.
А я вам еще немножко могу в завершении рассказать о тех красках, которые буду использовать. Тут я решил немножко поэкспериментировать. И поэкспериментировать вот в каком плане. Все дело в том, что моделисту рано или поздно хочется начать сравнивать краски. Я вот решил это сделать, потому что предоставился реальный случай. Черный болид. Я буду красить тамиевской краской, нитрой из баллона TS-40. Как там это рекомендует, собственно говоря, компания Эбра. Что же касается машины Баттона, то я ее буду выкрашивать краской Mr. Color от Ганзы. Metallic Black, она так и называется. И я ее открывал, из-за чего вот эта пластиковая фигня сразу же присохла. Наверняка вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой. Вот можете посмотреть, это хороший такой Metallic Black. Не знаю, может на крышке не так видно, но вот в баночке будет более понятно, да? Металлическая крошка, довольно мелкая. Мне просто интересно сравнить, как будут выглядеть две эти краски на практически одинаковых моделях. Да и вам, думаю, тоже будет это интересно. Что касается серого цвета, то тут уж у меня раздолье. У меня есть вот такой Chrome Silver, который полируется, но потом не кроется лаком, либо не полируется и кроется лаком, он становится матовым. Но у меня есть вот такой Super Fine Silver. Я им собираюсь покрывать микро, но думаю, что тут хватит на 3 микро. Надеюсь, по крайней мере, на это. И, может быть, покрою ей. Она представляет из себя небольшой металлик. Но выглядит очень живо эта краска. Просто, блин, вот это вот... Вообще вся серия вот эта хорошая. Это супер металлики от Mr. Color. Но есть вот такой экстремальный вариант. Совсем уж металлик. Называется он Shine Silver. Он у меня засох. Но он вот такой вот совсем блестючий. Я им трассы делаю, которые у меня на стене висят. В общем-то, выберу. Не знаю. Я сознательно не стал покупать вот этот баллончик, который рекомендует нам фирма, потому что все хочу покрыть краской Mr. Color. Что касается серого цвета, мы с вами поговорим об этом попозже. Тут много найдется людей, которые начнут говорить: чувак, там хромом надо крыть, там... Вот он есть у меня, кстати, и хром. Но, ребят, нам потом на этот хром нужно будет наклеить декали и покрыть все это лаком. Поэтому любые хромированные краски, даже самые дорогие, хорошие, нам не подходят, потому что они потеряют свой блеск. Но, опять же, об этом, наверное, уже поговорим немного позже, в следующих сериях. Ну, а на сегодня давайте серию заканчивать. Я презентовал вам две эти модели. Где-то я встречал, ребята просили сделать сравнительный анализ. В скором времени, надеюсь, ну как в скором, может быть летом, у меня появится McLaren MP431 2016 года. Но я надеюсь, по крайней мере, что к этому времени Эбра уже выпустит 4х32, и мы будем сравнивать их. Хотя, что там сравнить, модели будут кардинально разные. Широкая резина и все дела. Ух, очень интересно. Я думаю, что вот за этой моделью будут охотиться особенно. Да, и эти три брата-акробата, даже можно сказать четыре. Ранний сезон, средний сезон, поздний сезон и следующего года модель 31 расходятся как пирожки. Я еще раз повторю, да, Эбра пошли на коммерческий ход, пошли на такую небольшую хитрость, но они по-прежнему остаются единственной бюджетной фирмой, которая предлагает нам модели 15-16 года Формулы 1. Подчеркну, единственными. Ни вот эти вот Фуджиями, Стамиями на такое пока что не решаются. Есть лицензия у Эбра на Макларен, они их и штампуют. Этому мы и довольны. По крайней мере, если у нас нет возможности выбрать разные модели, у нас есть возможность выбрать, какой именно Макларен мы бы хотели построить. Так что я думаю, это дорогого стоит. И еще раз напомню, что эти модели не такие уж и дорогие. Я моделист недавно появилась, стоила там 2700, по-моему. Думаю, что скоро там появятся эти Макларены, так что выбор у вас будет нормальный. В России не надо ниоткуда из-за границы везти. Так что моделируйте, выбирайте и моделируйте. На этом на сегодня все. Надеюсь, вы с интересом будете следить за стройкой этих красавцев современных. Ставьте лайк под видео. Если видите схему сборки впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. У нас тут очень много моделей. Они все очень и очень разные, несмотря на то, что все это Формула-1.
Давайте, ребят, до следующего раза, до встречи, пока!